Так. У тебя что, больше банок нету, что ли? Или у тебя не алкашная? А не, у него алкашная? Бля, я не помню, все готовы или не все. Сейчас. Чек на готовность. А что, сегодня уже по фул ГП? Да, да, да. Я ровно. А, есть для богов на волю. А, планков в 5 ДПС, да. Как обычно, епт. Топ-5? В 5. А, топ-5 миликов или топ-5, да, да, миликов? Топ-5 миликов, но, соответственно, Монрот дает ДПС как милик. Ну что он ролит-то кота. Так, далее. Захожу. Давай, зло, только зло, не забывайте, зло. Если топ-5, топ-5, нахуй, ну вы, бля, не забывайте трэш выливаться. Все, кроме да. Рок и котов. Ну. И рейндж держите, пожалуйста, а то запарим. Кроме рок, все играют по трэшу. Это обязательно. Котов у нас нет. Так, все, заходишь еще. Вот у нас всегда коты и роги не играют по трэшу, так что не беспокойся. ДЦ ждем. Ты тоже. Все, зашел, все нормально. Так, кинь, сделал скриншот же, не сохранился что-то. Чек на готовность. Да забей хуй. Да, в смысле? Потом отдаст. Все готовы. А рейндж какой здесь надо держать? 10-8. 10-8, да, набирайте между друг другом. Блин, не поместимся. Поместились, РДДшники, блядь, не парьтесь, тут еще милики уйдут. На полный вебинар, пожалуйста. Хилы-то достоят так вот треугольником, остальные там сами как-то это распределяются, чтобы все доставать. Они уже распределятся, нахуй, куда денутся-то? Мастер, у тебя нормально, чё-то ли? Не, хуёвый вроде. Чё нормально? Ну-ка, Ленька, не отчёт. Да, Ленька, не. Это снова, да? На, будет дать. Да. Кстати, там-ка уже, блядь, что-то у меня даже нормально пашут таймеры на трэше, блядь, на ледина. Это, походу, что-то прошлый рейд багнулся. А можете архивом как-нибудь эту ДБМ-ку нормальную выложить? Архивом в Дискорде не закинешь, ссылка есть, конечно. Ну не знаю, там на Яндекс.Диск еще куда-нибудь, чтобы скачать нормально, там есть, а то он кривой. Ну, там кусочек какой-то есть по таймингу, но что-то он не работает, конечно. Все работает, только надо новый аддон. 50 мегабайт занимает. На полный вебинар, не забываем. Еру, угу. Алис, давай бомжей. Собака турбо передамажил. Играем, по-моему, вам. Спалмастер, если можешь шаг назад. Выхохоль помогает стакать воскол. Помабан. Он кил, блядь, далеко. Притяните кто-нибудь в трусы. Угу. Отлично. По трусу слили моба. Выбираем. Юбилей, не давай бомжей. По мобам.
руна. Убирай. Блять, меня вот все поражает, как нахуй. Метка вешается на танк, заебись. Помабам. Мабам доливаем. Боже, упадет? Нет. А для чего я нахуй старался в топ попадать? Не упадет, Воля. В прошлом КД Вася. Воля была, да? Нет. Сейчас бой спадет. Раз, два. Ой, а мне Воля, да? Да-да. Клинок закрыл. О, блядь, на успех, ёпта. 5 токен на друида. Что за параша падает, на? Гурский, как я тебя понимаю? Скажите, ДПС. Первые 10. 10 не показывается, только 8. Там сразу мут дает почему-то. Разве не 9? Так. 103, а 9. Да, ебали, слава. А у меня еще общий идет. Так, ребят. С этим геровская печенька. Ролим. Мосса. А, у нас юбилейный. Оу. А маленький ему тоже надо пушку, да? Хе-хе-хе. Так, знак освещенного защитника. Боя это что за фулл ГП? Ну нет, за 5%. Ну что за вопрос? Говно тогда, на. Выкидывай его, нахуй. Его забирают тогда, когда... Он выхохоль забирает, на. Мы встретились. Так, дальше. Клинок. Правленный кровь, ролим. Ну, юбилейный, я так понял. А, маленький му. Эй. Маленький хрю, он тебе нужен? А ход ты не ролишь? Нет. Не чтёвый, но желательно за просто так. Желательно так не пойдет. Так, ролим. Нету такого, там, за пол ГП есть, и только мне, например, шмотка нужна. Больше никто вообще. За 50% можно. Либо за ап. Но не желательно. Валик, ну, чего я точно, по-моему, никому не надо, кроме Энха. На успех, либо... скорее всего. Этот день случился, блять. Я наконец-то для Саджира передамажил, сука. Ты за ним и зашел, да, Кость? Да. На 39к на передамажился. Блять, его покосолю. Он, блядь, захол. 1167. Ну, блять, извините, я тоже на мейн беру нахуй, ебаный рот, захол. Все идем. Че у тебя там? У тебя там шейм на мейн. Плащ. И всю хуйню. Плащ, не 1100, допустим. Для этого я не говорил. Не забывай. 1100, блядь, нашла тут, блядь, или МФС-3, сколько арбалет стоит? Не хочу. Ну, такого... Идём валькирию убивать. Квест взяли все? 1100 покажется, блядь. Да, успокойся. Сейчас, ладно. Так, убьётся. Где она, нахуй, летит? Сейчас, ждём.
Давай, хуйня, быстрее долетаем. Насколько я знаю... Ну, я не знаю, кто там тестил, не тестил. Две вальки сам. Да и похуй, под череп играем. Стан готов, типа он? Ага. Играем по черепу. Сначала череп. Дальше череп. Блять, не забрать что-то мне душу. Череп долели быстренько, а потом по этим поиграем. Что, в школу купал? Да. Ты новый, ты уже 10 сколько, да? И больше. 8 дал, или чё, идём, чум. Чё вы низом пошли, блядь, половина верхом нахуй, блядь? Да похуй. Вот, все, что ты, Моса, на кота будешь печеньку или нахило? Спрашивает маленький Му, локом, рогой. Кем хочешь ты? Кем хочешь? КРДД у нас хватает. Конечно, желательно на проф, чтобы ты зашел в эти, если хочешь. Ну, блядь, смотрим. 24 тела, блядь. Так как не проф? Да, блядь, да. Да нет, 24 даже не охуеть. Ну, да этих убить. Цвет. Ну да, сначала давай. С этих убиваем. Если время много будет, можно тронить проф. 250 лучше уже лан должен убиваться с таким ТП. Ну как бы я не знаю, это минус мой вар. Это у нас 248 с твоим варом, блять. Точнее без него. А сколько надо на сурке давать, чтобы, блять, убить? Я думаю, 250 будет достаточно, если все по тактике делать. Это на сурке, блять, ебать. Все стоят и хуярят. Я не просто так говорю, я про профан. 50-50, я вот не помню. Маешка есть. Сколько у нас вообще на сурке фаеры давали? Я не говорю о том, что там 24 этот один раз в жизни дал. Вообще. 21-22. А ты сколько? 21-22. Максимально? Да. Стабильный 22... А максимальный там где-то. Ну это 25 я не считаю. 23,5 у меня максимально. Да, 22-23 я видел. Ну я видел, что трактеры давали 25-26, но это когда они помогли. Ну это один раз, блядь, там стреляет 23, там дать, блядь. И это рейд надо заряженный, больше от рейда зависит, чем от тебя. Когда бой близко, ну конечно. Хуй знает больше, да что. Ну тут в бисе, я думаю, также можно давать, может даже больше. Я... без баллов. Я смотрю, какой у нас уровень шмота, какой у нас ДПС. И когда мы сможем нормально ДПС. Не, нормально, турбо с 19.2 хороший. Да. Диспел дайте по мне. Сильный был, он бы больше давал. Мне бы чешку нахуй, давал бы, может, даже 15, но это не так, блядь. Чешки, ебаные. Просто я за бедо не играю. Вы тут все курили. Ну, он по трэшу не светился, да. А Fire он светится нечто, незачем, блядь, там даже не успевают убить. Успевают, первобласт успевают. Я сейчас смотрел, нахуй, вообще не успел вообще. Вот ты понимаешь, что Хант чисто из-за того, что переключает таргет, он теряет 500 ап. Чисто из-за переключения таргета. Да, метки развешивать еще раз, но это ХКД. Еще метку развешивать, что вообще сдурел. 5 ленточки нет. Уже и не дамажить, но. Так, ну, блядь, с этого я дал этот... 450, 515, 256, ну. Так, да не снимай нахуй ловушки, спокойствие. Я знаю, почему я его передамажил. У меня два раза корова прокнула.
Он скиллмастер косит перекинуть в канал. Кого? Вот. Игорь. Перекинул. Под жопу босса встаем. Не забываем какой-то. Кроме хантов. Кого ешь? Ну не знаю, у нас... Ну типа да, ретрики и вары только заливали у нас на цирку. Ну там был 30% баф. Есть усилки. Ну да, здесь есть, но не настолько много, как для 30%. Подожди, бля, ебать, нахуй. Ты если представляешь, с этими усилками ты бы пошел. Не, с бафами, нахуй, ты бы просто все ложилось. Чтоб вы понимали, у Холипала самого-самого вот прямо по мане 45к. Это максимум, что можно набрать. Я 45к. Когда-то видел очень давно 50к, но это походу под проком нахуй карты. Ленточка. 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 Давай, мега ролл, блядь, давай, не подводи нахуй, сука. Ловушка активирована. А я, блядь. А можно ее за КП забрать? Так, 96 выше. 97. На писюху заролил, да? О, поешка. Оп, не то. Сейчас увижу. Пися. Пися, спасибо. Спасибо. Так, я ленточку выиграла. Ах ты горский, бля. Да хули она врет. Мы со, со стропоном, еб. Чем стропоном? У нас горы, чем другие игры. Посмотрите на мне ленточка, она все обманывает. Че хоть? У тебя же была, да? Ах ты. Так, не ладно, было у меня на ленточка. Кто скажет, если я вара за дверью оставлю, лут получит? Ну лут не увидишь, скорее всего. Да ёпта, успокойся ты нахуй, пусть там будет. Или ты не хочешь, чтобы споры были? Просто, блядь, не хильте этого Вайда нахуй, да и все, чтобы споры не появились. Умрёт ты, умрёт. Сука, все... Будешь отсутствовать на боссе, будешь. Этот. Рыбу дал, кушаю. А были топовые гильдии, которые 24 тела убивали боссов? Потому что мы только, блядь, и ходим в этих 24 тела, блядь. В 23, в 24, ёпты, на 8 боссов, охуете. А Валю в 22, когда мы убили, ничего? Ну, блядь. В 21. Да, да я об этом и говорю, нахуй. Кстати, будет мы можем народ, джемлан будем убить, блядь, так, ну, если никто не офнится до ланы, блядь. Так, сколько у нас РДД? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сколько там надо? 8, да? Кто на рыбу взял? Алиса, да, осталось. 8. Клинит, можешь под боссом быть, соответственно, да. Так, остальные набирайте. Давал бы клинит тебе под боссом, да? Да, он же демон. Да там хуже, чем, блядь, так, нахуй. Там милики, блядь, у них пельмени летят больше. Распределяемся, пожалуйста, на две стороны, то есть на под правую и под левую ногу. То есть фрейм у босса вроде нормальный, под правой ногой можете просто не увидеть, не ловим эти, как его, пельмени, чек на готовность. Первое танчит винар, на полную винар, не забывайте. А что, у нас уже раска было, да? Бля, так, все готовы, соответственно, хилы. Void Defender не хилим, чтобы вам потом меньше напрягаться. Все готовы, отчет на можно босса. Я под босса? Нет. Я хэспот рано дал, но... Чуть отведи, ага, отлично. Нельзя, потому что тут пельмени этот хуярят. Не просто стоишь, как лобочки. Рейнджу набрали. Помогайте стакать раскол. Веру. Споры. С правой ноги. Прохил рейда. Пельмешки, не забываем.
надо хары, блядь, двигаться. Споры. Турбо. Двое. Алиса, подожмись. Угу. Правая нога. Танки. Ну, ёпт. Да нам похуй. Сейчас ваншотим, нахуй. А нам похуй. Может, рейндж да. Нормально держать. Чё, три безоблёва нога? Левая. Левая нога. Споры. Фил рейда, бегом. Клинита положили. Моса Берни клинита. Алиса забрал. Кровавую стойку вруби, пожалуйста. Я устану. Блять. Про хил рейда, Алиса, дай прожимку. Споры. Я опять умер. Левая нога. Так, Джурада, Бэйр Зойла. Твиса. Давайте, гим. Правая нога. Так, Монорот, ага, все. Давайте, дуплим. Споры. Дим, есть у кого-то? На ману, да? Даю. У тебя поздно, конечно, после тотема. У меня еще есть гим. Левая нога. Отдал в тебя возложение. Сколько там у него лямов? 11. Лям. А, ну, минуту, давайте перейдем. Больше ДПС даем. Левая. Споры. Или уже все? Споры. И все. Споры. Оперативней. Спор. Центр. По центру там отходить от этого. Алиса, чё ты не бьёшь? Кровавую стойку била бы. Я бью. После этого, после дыхания, забирай. ШПшник на тебе, блядь. Не прослакивай, всё, забирай. ХП, гим на ХП. Отключил вместе. Отдал прожимку на всякий случай. Забивай. Давайте. 2-3 просто. Нормально. 1% на танк. Плохо. Да. Очень плохо. Алло, где танк шмот? Нема танк шмот. Нихуя себе, блядь. Да, Гульский, нихуя. Резаем. Вара, лесните, пожалуйста. Так. Посох ролим. Кровь кому-то нужна, плюс чат. Никому. А знаете, я так думаю, а чё у меня бурстата нету, сука? А я с 20-10 был, ёб твою мать. Я больше не буду говорить. Ноги. Кожаные. С ловкостью. А чё такое говно лут падает? Да. Говно не пизди, нахуй. Ну, одна шмотка, ладно, нормально. Вам они нужны, что ли? Сейчас по ЕПХ зайду посмотрю. Маленький мустон. Пояс. Ёбаный рот, не кожаный пояс, жалко. Так, отлично. Что за роллы, блядь? Так, ну я понял. Сейчас вот этот включу. Блядь, я прок на волю проебал, ёб твою мать.
стороны, блядь. Я грит нажал. И ты забираешь, да? Наверное, не знаю. Ну, пока ноги идут у меня. Ну, блядь, отдаешь, не? Во. Тормозит, да, иногда? Да, иногда пиздец как тормозит, бесит нахуй. Да, горшки забирает. О, пальчики. Покупал, да? Войт. Да, да. Отдал этого утера. Осколки ложится и ложится, да? Пойди, пожалуйста. Забрал? Угу. Да, да, забирай. Идем. Упадет грудак, я вообще даже пиздеть на вас неделю не буду, честно. Неделю? Есть у кого-то око дракона или нету? Есть. А, бля. Сам ты дракон. Есть, я тебе сейчас дам. Угу. У меня есть два око дракона. Одно левое, одно правое. Как раз жив стоит, ёпт. Чё, тебе еще что-то надо? Нет, только око дракона. Ты смотрите по ситуации, если... Блюют там кто-то люди, ханты, маги, то надо будет гимн сдать. Вот прист вот этот эксия, кого-то... Ебай, а на циркуле нахуй это два самых... Ой, а на циркуле, блядь, гниломорф наоборот сложнее, блядь, чем этот ебаный тупый. Горский обмен, дальше. Сейчас я разбафаю, всем рыбу поставил. Да, я тут, вон прыгаю. Можно вкратце, что для хилов надо знать? Хилить. Хилить, стоишь под боссом. Я предлагаю диспелить, потому что если... Да, диспелить будем, конечно. В чем проблема-то? Ну, просто проебем злодея лучше, но... Отбегаете только по команде от взрыва. Соответственно, ребят, не забываем. РДДшники здесь стоят на РНЖ. Здесь понятно. Клинит, ты можешь быть под боссом, потому что РДДшника хватает. Далее, все хилы также под боссом. Далее, будет взрываться слизень. Я когда скажу, тогда только отбегаете. Здесь понятно. Далее, РДДшники, смещайтесь, потому что зеленых кол будет литься лужа. Но это не маленькие, нахуй, разберетесь. Далее, для тех, кто, соответственно, для остального рейда, когда вы будете отбегать, вы бежите не в лужу, это раз. Второе, видите, да, сейчас суперзвезду на себя поставлю. Видите, где колбы зелененькие, с них будет литься такая жижа. Соответственно, в ту сторону вы также не бежите. Здесь понятно. Чёт на пол. Ой, точнее, чек на готовность. Остальные, кто... Я... Как его? Остальные, кто под боссом стоит, сразу под босса заходим, чтобы не бежать нахуй. Потеря ДПСа вашего. Все готовы, чёт на пол. Горн. Блин, не дай горн. Угу. Гера когда? Ну, Гера откатится КД, погодите. 40, ага, вижу. Я диспелю, так что не беспокойся. Где-то парашют. Не бывает, только перебегают. Ген килл-то, ёпки, выйти. Где он? Где он, 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 он в глыбу дал. Так, Зеродок, как ты сдох, нахуй? Лужа, походу. Раскол, Эвар. Зеродок, встать можешь? Вставай. Хил рейда. Когда у него? Да, я вижу. Да. Берем так, Геру дали. Минута у Моса, когда. У совы есть бар. Так, написано.
Джурада завис. Плохо. А. Очень. Так, с турбо спрыгнуть. Турбо, разверни его. Разверни, разверни от рейда. Блять, там плюнул где-то. Угу. Главное, чтобы не в рейд слетел на память. Угу, вообще красавчик. Так, 4. Блять, служа. На охоте. Мне губительный газ. Служа, выбегайте. Рада, отвис. Что? Ты отвис? Да, я секунд 5 висел. Дисплей. Угу. Так, взрыв, готовимся. Побежали, побежали. Отбежали от босса, бегом. Дай прожимку. Эвинар, АБР. Кто-то Берин, Эвинар. Алиса, ебаный в рот. Секунд. Есть БР, нет? БР есть у совы. Сова, БР, Эвинар. Народ, Моса, БР, Эвинар. Ну, отлично, пропа. На ману. Сейчас. Большой ману. Да я вижу, что большой, его сразу там загрешь. Да это вайп, это вайп. Да. Дайте мне, блядь. Алиса, почему ты... Да хуй ты на этот квест. Диван, дайте мне. Диван. Диван. Так мне дайте, блядь. О, я тебе дал, нахуй. У тебя есть болезнь? Нет, она скидывается, походу. Сука. Она есть. Хуя. Есть, она есть. В дебафах у него не вижу. Есть у тебя? Не вижу. Нету. Плох. А, это не пуси, я вижу, у пуси есть. Да. Пуси есть, да. Пуси, красавчик, мы отрез пошли квест давать нахуй. Вот и все. Так у него один. Да, там. Алиса, когда взрывается слизень, тебе тоже надо двигаться, блядь. Знаю, что-то уснула просто. Ну, молодец ты, как обычно. Погоди. Ой, блядь! Зелёного. А, у пуси нету? Нету еще. Нет, она сдается после убийства. Че? Да, если б зеленый был, тогда бы было, б обратно вернулись. Остальных бы верим. Ну, зато теперь может корова с пула пропал. Один дебаф пропал, да? Хуёво, чё. Его не будет, он будет после убийства. А народ где? Пусть у тебя зеленый или красный? У него красный. Потому что мы тухлого убили. Монород, ты тут, убийся. Ну тогда держите пусть, чтобы не упал, если хотите козы. Да ну, у него не этого, не тухлого. У него не лабор дебаф. У него с тухлого дебаф. У него с тухлого дебаф. Как будто первый раз целка. Тёма, ёпта. Монород, ты в Дисе? А, вижу. Монород, ты видишь шамана в пятой пати Лэджданан? Понял, да? Кидай эту парашу, вот эту молнию, такое озарение называется. Покидай. Я, ну, я не вывожу, короче, мне надо активацию, чтобы ставить голосом, чтобы вас спросить там им. Так, да, делай активацию, в чем проблема? В чем проблема? Делай активацию. Кулаки, кресты. Сейчас. Что тайный мах мне скинул по почте? Да? Знаю. Да. Есть у кого почту? Ник называется? Есть. Лаком, поставь. Похибу. Блядь. Подарок любому магу с НКМ ждать. О, шо мне подарили, нормально. Нельзя. Если он умрет, соответственно,
не будет просто. Частиц на него, да. Рыба стоит, кушаем быстрее только. Пан, у тебя что, капслот постоянно включен на крышу? Нет, он просто ему подарили орал, там все нормально. Чек на готовность. Подарили орал. Анал. Не анал. Дурада. Что, готов? А, да, да. От босса вставай. Все готовы, отчет на пол. Ставь. Геру. Заебись, Гера, бля, я без Гера, на. Меня подождите, блядь. Отдал прожимку на всякий случай. Раньше наберите. Каждый раз фурика надо напоминать, да? Отличные новости, народ! Я починю трубы! Я подачи не даю! Не смотрите, ходю! Войду, КПН. Хули ты, Войд, сдох? Сидите там до большого. Угу. Стараемся тоже свести, меньше было проблем. Готовьтесь. Готовимся, готовимся. Алиса, отбежали. Прожим, отбежали. Алиса, двигайся. Нет, стою под боссом. Обратно. Быстрее. Хорош. Две прожимки ушло, очень хорош. Кто-то очень сильно квест хочет, да? Я. Рик, после приста в чат. Сейчас, сейчас, да? Шип. Да, Югим. Ну и лужа разлилась. Меня похитили. Нет, да, нормально, нормально. Хорош, да. Там сведите слизня. Угу. Ай, Геру, шаман, мне нахуй. Хули делать. О, спасибо. Так, один в так. Ага, один кто-то в РДД. Ну что, он килл сдох.
Зайл выйдет. Я вторую Геру, я тоже вторую Геру. Зайл выйдет. Пиздец, ты бил под Гера, а я побил только 10 сек, нахуй. Я же говорю, говно Луды, блядь. Да, говно. Это круто как. Действительно, говно Луды, блядь, согласен. Говнище, блядь, из говнища. Все, забейте Лут, пошли квест давай. Пожалуйста, пусть не сдавай, жги всех. Ждите Ангела Резни, ему тоже квест давай. Запусяй все нахуй. Рестули, пожалуйста, нахуй, стопнули флот, блять, ролем. Спасибо, монород. Му, тебе на офф? Где ты там, ёб его идти? Первый, да. Стойте. Там посмотрю, сколько он, блядь, там стоит. 180. Не сдавайте квест, что вы бежите? Сейчас стоим, вам засчитается. Да, только Пузи может сдать. Кольчуга, плечи, ролим. Это на Энха нет. На Энха нет, нахуй. Тело ролим, танковское. На кому нахуй не надо, на успех рулить. На офф надо кому-то? Он только один ролик, только этот. Ну да, и за 10% это сколько? Да, это говно нахуй полное. Так что, конечно, за 10. Че, ебанулся что ли, блять, за половину его хуярить. Осколок есть? Поставь шкаф клиник. Сколько у тебя уже будет? Хорош. Нормально, быстро лутаешь. Так, блядь, с Герой начали ходить, ебану. А еще бы 13 убивали боссов. Сумоним остальных. Вы сумоним, ребят. Лачедана, сумоньте его, и да, сумоним. Да, еще сумонул. Тык. А мы сейчас засумоним. Нет, не имеешь права за свое ЕПГП подавать. Ладно, ребят, всем пока. Да. Хочешь, отдавали. Это его ЕП. Давай. Сдаваем. Пусть сдавай. Еще я в ФК ушел. Красавчик. Живи, пусть вечно. Я, кстати, квест не брала, но он у меня шучка? Появился. Ты его брала. Он, ты нажал так. Опа, очки на ретрика, колечко. О, сучки выставают, блять. Так, на карте, да. Опа, нихуя. Юля, ГЦ. Куда мы идем? 750 отдает. Вот он. Анкила. О, мамоедик, ты этот на замену, да? Да, он посмотрит. Так, отлично. Дай ее, Анкила. Да, сейчас я дам. Сколько тогда? Хераси, вот это дроп у Козула. Мне даже эта сука не упала, блядь. Все. Зачем я тебе еле могу два дать? А что, когда перекур? Курить вредно. Делайте как Рэл. Делайте как Рэл. Курите за компом. Да, за колду. За компом. Я всегда курю за компом. Да. Так. О, ваятик, сука. Готи может перекур действительно. Давай устроим перекурчик. Потом зачистим. Перекур я устраиваю. Сколько? 4 минуты хватит там? Хватит нахуй.
Раз до 20. 4 минуты, 4-минутный переход. Давайте, оперативно. Хоть спину размять. Так, надо тут дизнуть нахуй. Есть он. Сум есть. Я релокнусь фастом. Давай. А чё, можно пета будет бихарить, кстати? Чё? Трэш петом нагреть можно, кстати. Да нахуя? У тебя квест есть? Да не, не квест, а просто так, типа, чтобы не всех сразу. Да похуй. Тут тактиков нету. Смотрите, блядь, эти мобы нахуй прикалываются с лича, блядь, его, сука, кидают в этого в паучка, блядь. Турбо, у тебя сколько осколков? Один? Нет, наверное, два. Турбо. Тут, не? Ну что ты мне голубь? Пан, слышь, а у тебя 15 осколков или 14? А ты вроде забирал в обычке. Да, я и пан тебе вернула. У меня есть, я же пошутил. На Гурский не возвращал, на. Да ладно, мне-то похуй. Мне сейчас придется лука, блять, опять 1007 нахуй. Так, чек на ФК. Сейчас кофе. Налью водичку. Так, ну что у нас? Лиса здесь, три хила здесь. Погнали. Трэш чистим. $250 был. У, блядь. Варваш. Чардж, нахуй.
Вихрь покинуть тело, блядь. Играйте, ребят, по черепу, потому что черепу этот как его хуйню вешает на это. На мобов. И на пол даем на танков. Один лок. Ну, муж сейчас зайдет на лок, да и все, в чем проблема. Проблема в этом есть. Парочку. Блять, я опять заебался в этом пауке гонять нахуй. Че, будем сегодня Лана убивать? О, Джованни пришел. Посмотрим. Просто уже все протащено и все нормально пашет, нахуй, если всем кучи стоит. Ну, сейчас этот, как, убьем совет, дальше пойдем Валю захилим и пойдем на Лану. Сейчас по максимуму убьем то, что можем. А сверху можно брать? Можно, но она наверху пропадет. А кто-то вам говорил наверх хотел? Еще возьмем. Подождите, могу сюда подведу, тогда сверху. Так, парни трусы, дальше моя луна, играем по черепу. Давай, хуйня. В кого? Ага, понятно, блядь. По командиру по черепу играем. Трусы, пан, за контроль, пожалуйста. Вижу. Да еще я вижу там, блядь. По черепу играйте. Дальше, без метки. Кстати, колба нихуя не дает. Может, на тебя баф не попал просто? Нет, у меня была колба. По луне. По трусам. А у Юлушика сколько осколков? Не знаю. Сколько у тебя? Ноль? Ноль. Так, да, ему надо будет этот. Так. Нет, вот так вот. Луну ШП законтролишь. Играем по черепу. Трусы. Я контрольнул. Пан кого-нибудь вернешь, кроме черепа. Все играют по черепу. Трусы, пан, следи за трусами. Блять. По командиру или по кому? По черепу играть. Дальше потом по командиру будем играть. По командиру. Да ёпта, ну блять, по командиру, а не по рыцарю крови, ёбай, ну в рот, нахуй. Вы чё, не видите никаких, блять, этих мобов или чё? По трусам. Как бы масухи. Нет. Командир меньше подмогу, нахуй, сносился, чем, блядь, этот, нахуй. Тем лови сейчас. Чё, я один танк? Ну. Я лутаю мобов. Лейтенанта подбиваем. Угу. Было 38 хаспотов, уже 23, нахуй. У меня 312, мне заебись.
В танке, да? Да, я в танке тоже юзаю. Весните шипа, пожалуйста. Почему тут еще и хаспоты не придумали, блять, лучшие? А смысл? Играем. Например, если они брали скаты, нахуй, то на катаклизме были хаспоты на 1000 силы атаки, на... На СПД. Играем по лейтенанту. Тактику контролем. Ну, тогда уже по командиру хули. Командир. 500% характеристика, это нормально. Ну, это слишком жестко, ёпта, вы чё, нахуй, там под охуели, ёбы, на 500% характеристикам. Играем по тактике. Есть такие, кто тут не знает тактики? Да, сейчас расскажу. Так, резнули мага. Ну, сильно отличается от обычки? От обычки, если ты здесь двигаешься, соответственно, на тебе стакается дебаф. Пока ты двигаешься, у тебя наносится урон. Соответственно, один стак. К примеру, 1к дамага, там, второй стак, 2к дамага, и так вот по возрасту. Далее, когда ты стопаешься, соответственно... Дамаг прекращается, даже если на тебе стоят стаки. Ну, остались стаки. Далее. По РДД, ребят. Ваш приоритет, вы видите, падает кинетика, нахуй свитчитесь в кинетику. Дольше будем бить, зато милишниками нахуй убьем. Два лока по-любому пэтами этот, на кинетике, чтобы были. Здесь понятно. Я, соответственно, буду на двух. Лис, ты на Килисити. На пол сейчас, а на Мидвея. Дальше. Соответственно, Гурский. На пуль на меня Талдорама. Ход на пуль также Талдорама на меня. Паркли, Пусси, Мамоедик. Напуливайте Волонара. Здесь понятно. Чек на готовность. На сферах два лока сидят. Два лока и помогают остальные РДДшки. Думали, что одолели нас. Джира готов? Да.